писать видео по итогам дня, исправляюсь, и вот сегодня с утра пишу про вчерашний день. Да, проект потихонечку накатывает. Всегда это очень интересно, когда, знаете, потихонечку мы начинаем погружаться в проблематику, в темы, связанные с реализацией конкретных бизнес-задач. Вот учебная аудитория, сейчас пока она еще пустая, слушатели только подойдут через какое-то время. Напомню вам, что учебный процесс, он сопровождает весь проект, то есть не только в начале, да, то есть фактически будет 4 модуля обучения, это в самом начале, который сейчас проходит, первый модуль, второй модуль, третий модуль, четвертый модуль обучения. Первый модуль посвящен методам анализа, организации проектной деятельности, каким-то основам бережливого производства. Вот, и в рамках первого модуля как раз обучается команда сейчас. Вот. Нужно учесть, что очень важна образовательная позиция слушателей. То есть они должны приходить на обучение с какой-то позиции, и от этого очень сильно зависит их уровень вовлеченности. Одно дело, они приходят, ну, что-то послушать просто, да, а другое дело, как в случае с дизайн-сервисом, люди приходят с конкретными проектами. То есть сейчас выбраны конкретные проекты, то есть каждый участник учебного процесса, он понимает, по какому проекту он будет работать. Возможно, еще не очень понимает, как он будет работать, но он точно знает, какую оптимизационную задачу он должен решить со своей командой, конечно. Поэтому выбраны 3 пилотных проекта, по которым будем работать. Один связан с производством, и 2 связаны с системой продаж. В компании Design Service есть 2 направления. Это производство, да, и продажа, перепродажа товаров для мебельной отрасли. Вот, и отдел продаж есть и в производственном подразделении, в структуре, и, значит, в системе перепродаж. Мне будет интересно вот эта комбинация бережливых технологий, проектных методов управления именно в офисных процессах, потому что офисные процессы очень редко бывают пилотными участками. С производством, ну, как-то более классическая ситуация, так скажем. Обращаю ваше внимание, что вы можете поддержать деятельность канала, его развитие донатами, которые вы можете перечислить через сервис Boosty. Это очень просто, вы можете переслать там от 10 рублей, и это очень сильно поддерживает меня в моей работе. Спасибо. Значит, из чего состоял учебный модуль в первый день? Сначала мы поговорили про введение, такое про бережливое производство, про теорию потерь, да, про невидимость их и так далее. Попробовали такой экспресс-уровень проанализировать, какие потери есть в работе команд, которые участвуют в учебном процессе. Вот, мы поговорили об общих подходах. Ну, первый день всегда так он потихонечку накатываем, мы вот эту тему начинаем раскручивать, детализировать. Ну, первый день вводный, да. То есть мы поговорили об основах бережливого производства, о теории, значит, потерь, поговорили о циклах, которые применяются в рамках реализации проектов, цикл PDCA, о которых все знают. Я рассказал цикл PDSA, где вместо C, check, используется S, study. И для меня это, как бы, знаете, недаром Деминг сам любил именно этот цикл, не PDCA, а PDSA, когда есть этап обучения. Вот. Рассказал про цикл SDCA, где первое S – это стандартизируй. Стандартизируй, делай, контролируй, корректируй. Про стандартизацию почему? Потому что мы в рамках этого проекта очень сильный акцент делается именно на процессное управление, поэтому здесь вот, ну, тоже подсветил вот этот цикл. Но все же для меня основным циклом является цикл DIAMC. Да? Цикл, который применяется в 6 Sigma, это определение, это 5 стадий реализации проекта. Вот именно по такой идеологии мы будем двигаться. Это определение проекта, измерение, анализ, улучшение и контроль. Вот про эти циклы рассказал. Что еще? Очень много внимания мы уделили мышлению в формате отчета А3. Мне кажется, он очень сильно пересекается со всеми циклами. Ну, не очень сильно, а это и есть воплощение цикла PDCA и цикла 6 Sigma. Вот. И слушатели очень активно, я побуждал мыслить в этих категориях форматных отчетов. Конечно, учебный процесс был очень сильно связан с практической деятельностью, то есть не менее там, 30% времени слушатели что-то делали, анализировали. И сама часть вот эта практическая, она постепенно будет нарастать. То есть вот по мере движения мы будем все более предметно решать какие-то задачи, реальные кейсы из жизни. Ну и вообще помню, что поскольку в основе обучения лежит принцип action learning, обучение действиям, то, конечно, с первого дня слушатели будут решать задачи, связанные с их проектами. То есть мы прямо будем раскатывать этот проект.
Вот, пока я рассказал про первый день, я думаю, на сегодня это достаточно. Он был такой вводный, проговорили про основы, про теорию потерь, про ключевые циклы, которые используются в промышлении в формате отчета А3.